Алтайский край одержал победу в номинации «Российский приключенческий отдых». На сайте National Geographic завершилось онлайн-голосование за лучшие туристические направления. С результатом 25% регион опередил Камчатку и Республику Карелия. Онлайн-голосование проходило с 8 сентября по 6 ноября в номинациях «Горнолыжный отдых», «Семейный отдых», «Агротуризм», «Открытие года». Также в голосовании определяли лучшую международную авиакомпанию, аэропорт и лучшие отельные сети. Успех Алтайского края, а именно победа в номинации «Российский приключенческий отдых» открывает дополнительные перспективы развития туристической отрасли, считают в Алтай-турцентре. На самом деле любая победа, любой рейтинг, оно, конечно, для Алтайского края, ну, знаете, как медаль золотой пробы. И в первую очередь оценивалось, конечно, имидж региона и сам ряд, когда мы стоим вместе с Камчаткой, с Карелией, Хакасией, говорит о том, что это приключение мечты. И когда мы обошли в голосовании Камчатку, это, наверное, было самым важным на сегодняшний день.